И когда я критиковал его оппонентов, я тоже критиковал не лично Юрия Михайловича, который персонаж, на самом деле, вполне комичный. Я критиковал лицемерие, ежедневное, ежечасное лицемерие. То у него Ельцин хороший, а Путин плохой, то у него, значит, Путин хороший, но Ельцин плохой, то у него оба хорошие. И так каждый день, в зависимости от конъюнктуры, выдумки, которые этот человек с очень искренним лицом произносит в эфире. Поэтому мне казалось, это в высшей степени лицемерием, и я каждый раз говорю, с детской какой-то, может быть, непосредственностью отвечал мне на каждое мое критическое замечание. И так получилось, что это был красивый, такой забавный, может быть, такой вот гротескный диалог. Он кричал на меня, я обижался на него, и вот мы провели всю осень переругиваясь. Но знаете, когда журналист переругивается с фигурой такого масштаба, закон заключается в том, что рейтинг журналиста растет, а рейтинг политика падает. Если бы Клинтон начал кричать за мою критику его политики, но ведь Клинтон мне не отвечал. А Лужков все время отвечал. И так мы шли, он вниз, я вверх. Это нормально для моего рейтинга и для моей передачи.